сегодня комментаторы Константин Генич и Георгий Черданцев. На стадионе сегодня выйдут на матч хозяин. А этот тренер большой оригинал. Даже не помню, когда последний раз видел эту схему в действии. Став Челси. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. С вами комментаторы Константин Генич и Георгий Черданцев. На стадионе сегодня выйдут на матч хозяин. А этот тренер большой оригинал. Даже не помню, когда последний раз видел эту схему в действии. Став Челси. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. С вами комментаторы Константин Генич и Георгий Черданцев. На стадионе сегодня выйдут на матч хозяин. А этот тренер большой оригинал. Даже не помню, когда последний раз видел эту схему в действии. Став Челси. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. Отыгрался. Там были нарушения в самом начале матча, когда забивались мячи, их просматривали видеоарбитры и ничего в итоге не сделали. Странное решение, очень странное, но хотя бы не оранжевая карточка, что, мне кажется, совсем выглядит абсурдно. Мяч отобран чисто. Ну как, кто к нему успеет первым? Маркос Алонсо. Штрафную подачу, есть там кому сыграть. Накрывают его прессингом. Сеск Фабригас. Забуксовала что-то атака, и теперь будет удар от ворот.